Туманный день во Владивостоке. Мы на острове Русский. Идем к мысу Табизина. Поднялась температура. Впереди наши друзья. Очень-очень туманно. Мост Русский абсолютно был невидим. Пошли мы не в ту сторону, видимо, судя по тому, что все идут обратно. Цветут такие вот прекрасные цветы здесь. И вот это вот мне очень понравилось. Этот цветок нашел Андрей. И вот эти очень красивые. Бухта мыса Табизина. Остров Русский усеян вот такими вот фортами. Я даже не знаю, что это такое. Сейчас посмотрим. Очень много на нем укреплений. Батарею мы видели возле океанариума. Береговой противодесантный. Булука Панир. Убежище скорострельных пушек. Казематированное. Казематы.
майские жуки. Ой, какой здесь запах. Идем по зарослям каких-то растений. Куча цветов. Потрясающий запах. Ирисы встречаются. Действительно, майские жуки на каждом цветочке. По грязючке прокатиться. Какие-то укрепления.
Мак. Не знала, что они бывают белого цвета. Альпинистские крепления для страховки. К левому берегу Дона. Страховочные. Там елка. Будем туда встать. Иди, подожди меня. Подождать? Да, там. Дай компьютер.
такие вот красивые леса на этом полуострове. Потрясающий запах. Такие интересные. Есть только крона и практически лысые стволы деревьев. Вернулись мы с мыса. Туман опустился совсем-совсем низко. Потрясающе, конечно, гулять в тумане. Очень красиво.